Сколько будет 2 плюс 2? Ты написал 22. Но когда мы складываем числа, мы не просто ставим цифры рядом друг с другом. Это тупо. Хорошо, давай посмотрим на это так. Я держу 2 маркера в одной руке. А затем я к ним добавляю еще 2 маркера во второй руке. Сколько маркеров получилось? 22! Нет, Дэнни, их 4. Мы родители Дэнни. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. У нас был тест. И один вопрос выглядел так: сколько будет 2 плюс 2? И Дэнни ответил 22. И это неправильный ответ. Хотите сказать, что мой сын тупой? Нет, конечно же нет. А кто вы такая, чтобы говорить, что ваш ответ правильный, а его нет? Так, ладно. Простите, но я не намерена продолжать этот разговор. Да мы пожалуемся на вас директору. Дэнни умеет мыслить свободно.